Здравствуйте. Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Тема буллинга в образовательных учреждениях по-прежнему остается одной из волнующих как для детей, так и для взрослых. Почему одни ученики травят других? Как нужно действовать, если ребенок подвергается издевательствам со стороны сверстников или становится свидетелем этого? Каким бывает буллинг и как рассматривается эта проблема действующим законодательством? Об этом мы будем говорить сегодня с заместителем прокурора железнодорожного района города Самары Сергеем Анакиным. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Добрый день. Прежде всего, скажите, как объясняет буллинг наше действующее российское законодательство? В целом, в нашем законодательстве, как такового, понятие буллинг ничем не закреплено. Вместе с тем, ряд рекомендательных писем, в частности, Министерства образования Российской Федерации устанавливает, так скажем, общее сборное понятие именно буллинга. Что, как они поясняют, буллинг – это проявление агрессии, в частности, это физическая агрессия, унижение чести и достоинства учащихся образовательных организаций либо со стороны своих сверстников, таких же учащихся, как они, либо со стороны учителей и классных руководителей. Угу. А какая ответственность предусмотрена за буллинг? В разрезе ответственности за буллинг нужно смотреть от вида действий, которые происходят в отношении несовершеннолетних. Тут надо каждый случай рассматривается уже в частной форме. То есть, если это было буллинг был произведен исключительно в словесной форме, были оскорбительные какие-то изречения, то тут уже будет ответственность административная, в частности, за оскорбление либо за клевету. Если уже были причинены какие-то физические страдания, то, соответственно, тут уже будет рассматриваться ответственность вплоть до уголовной. Но зачастую, как показывает практика, действия по буллингу рассматриваются в рамках, если это понесло тяжкие последствия, то в рамках уголовного кодекса в соответствии с статьей 213, то есть хулиганство. А кто может нести ответственность за буллинг? Дети, родители, школа в лице администрации или учителей? Ну, тут уже будет зависеть исключительно от возраста лица, которое, ну, так скажем, основное лицо зачинщик. То есть, если это лицо, не достигшее возраста привлечения к административной либо уголовной ответственности, то зачастую несут ответственность его родители. А если уже лицо достигает определенного возраста, то в соответствии с законодательством уже несет непосредственно сам виновник данных действий. Расскажите, пожалуйста, каким бывает буллинг, в каких формах может проявляться и какой вид вот в настоящее время наиболее распространен? Буллинг может, ну я так могу условно его разделить на два основных вида. Это буллинг непосредственно, который происходит в прямом контакте, то есть это в школе, когда дети между собой проявляется определенный конфликт, который перерастает в систематическое давление со стороны одних одноклассников на других. А также сейчас очень сильно распространен кибер, так называемый буллинг. Что это значит? То есть непосредственно все оскорбления, давление, выделение этих несовершеннолетних происходит посредством сети интернет. То есть это может быть либо в личных переписках, либо распространение какой-либо недостоверной информации в интернет-сообществах. То есть разные подходы, разные способы, но, к сожалению, данный вид имеет место быть и распространяется сейчас. И вот сейчас наиболее распространен. Ну, поскольку распространены соцсети, да, интернет очень популярен, да, соцсети популярны в среде молодежной особенно. Мы с вами не проговорили, что означает сам термин, откуда он появился вообще. Буллинг, если не ошибаюсь, переводом с английского, то как таковой переводится травля. То есть и само ранее мной названное понятие также раскрывает, так скажем, этимологию данного слова. То есть буллинг зачастую начинается именно с травли несовершеннолетних. А каковы причины этих действий? Вероятно, чтобы работать в направлении профилактики, нужно понять, да, как говорится, откуда ноги растут у проблемы. Вот в чем причина? Ну, как показывает тоже практика, зачастую несовершеннолетние пытаются самоутвердиться за счет других своих одноклассников, которые либо менее слабые, либо не могут ответить на действия буллера, так называемого зачинщика.
данного конфликта, и тем самым эти буллеры пытаются самоутвердиться в лицах своих одноклассников. Вот получается, что буллинг – это проблема взаимодействия, такая психологическая проблема, да? А почему органы прокуратуры привлечены к решению этой проблемы, и каковы методы вашей работы вот в этом направлении? Ну, мы привлечены в первую очередь для того, чтобы в дальнейшем не допустить последствия так называемого буллинга. Бывают разные последствия после совершенных деяний. Либо несовершеннолетние могут замкнуться и, соответственно, уйти в депрессию, вплоть до суицида. Бывали такие случаи, к сожалению, они нередки. Либо, например, со стороны буллера последний просто будет понимать, что ему все дозволено, он не будет чувствовать реальную ответственность, и, соответственно, в дальнейшем это может перерасти в более проблемное его поведение, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. И как вы работаете в этом направлении? Ну, основные два вида нашей деятельности заключаются, в первую очередь, это надзорная деятельность, в частности, проверка органов системы профилактики, каким образом, в первую очередь, школы работают на выявление ранних фактов буллинга, то есть проводят ли персонально профилактические беседы, каким образом организована психологическая помощь лицам, как работают в принципе учителя и классные руководители на недопущение данных деяний и действий. То есть должна быть составлена определенная программа, по которой администрация школы вот, с привлечением какого-то социального педагога, да, или педагога-психолога, который сейчас в школах обычно везде присутствует. Вот такая работа должна быть реализована, и вы ее проверяете? Да, в первую очередь в каждой образовательной организации имеется общий план, который предусматривает выявление, так скажем, данных фактов. В дальнейшем уже в случае получения такой необходимой информации и получения конкретного лица, которое занимается, ну, не занимается, наверное, ведет такой образ жизни, уже тогда после этого разрабатывается персональная программа по адаптации этих лиц с дальнейшим уже планированием конкретных действий. По итогу выполнения данных программ оценивается их результативность. Работа по профилактике буллинга в школе на каких принципах строится? Но основной принцип – это принцип взаимодействия, то есть каким образом взаимодействуют все органы системы профилактики, то есть непосредственно школа, комиссия по делам несовершеннолетних, для получения общей информации по лицам, которые участвуют в данных действиях. Потом принцип системности, то есть о чем я уже ранее сказал, то есть предполагает системное проведение тех или иных мероприятий, нацеленных либо на недопущение буллинга, либо в случае уже его совершения на искоренение из жизни несовершеннолетних. И принцип лонгитюдности. Необходим уже, ну, данный принцип является уже, ну, скажем, постфактум, после всех тех мероприятий, которые были проведены. Дается оценка результативности этих мероприятий, и уже в случае недостижения тех или иных показателей эти мероприятия просто корректируются с целью достижения тех или иных результатов. А вот кто этим должен заниматься непосредственно уже оцениванием эффективности всех принятых мер? Органы прокуратуры или внутри школы, внутри учебного заведения этим занимаются? Первоначально, в любом случае, любая оценка происходит уже со стороны образовательной организации. То есть полномочия образовательной организации складываются к тому, что они утверждают данные планы, работая с несовершеннолетними, и уже дают полную оценку. Мы со стороны уже оцениваем саму деятельность образовательной организации, каким образом они проводят данную работу. Зачастую мы выявляем как раз вот и бездействие руководства школы в данном вопросе. А вот эти цели и задачи, которые педагоги, администрация школы должна ставить перед собой, составляя план профилактической работы, они на чем должны быть основаны?
То есть каковы должны быть результаты вот этой работы, на что направлено это? Ну, основные результаты, по моему мнению, должны выражаться именно в снижении каких-либо конфликтных ситуаций в образовательной организации. Кроме того, могу добавить, наверное, это и полное исключение межличностных конфликтов, либо межсоциальных конфликтов в одном классе, либо в целом в школе. А также я считаю, что необходимо научить несовершеннолетних именно вести диалог, а не сразу проявлять какие-то действия, в том числе и физического насилия, и, соответственно, ну, развитие толерантности и эмпатии к друг другу. Какие мероприятия в рамках школьной жизни вот, помогают достигать этих целей? Должны быть включены обязательно вот в этот план профилактической работы? Ну, я считаю, основным, наверное, самым главным действием – это общение, постоянное общение с психологами. Детей, да. То есть внутришкольных психологов. Mm-hmm. То есть это позволяет на ранних этапах уже выявлять вот это социальное поведение тех или иных лиц. Ну, соответственно, классные часы, какие-либо там мероприятия, то есть способствующие сплочению детей. В рамках этих мероприятий как раз можно уже выделить, кто отделен от общей массы и ведет, как у кого изменено каким-либо образом поведение. Угу, какие-то склонности, да, к тому, да, или иному все-таки поведению. Собственно говоря, конфликт – это еще не буллинг, но это какой-то определенный сигнал, который надо прорабатывать, вот этот вот, да? Давайте вот поговорим с вами о реагировании на насилие. Вот как должен вести себя учитель, да и сами ребята, или группа ребят, там один человек, если они оказались свидетелями драки в школе? Ну, в первую очередь, как и даже если мы не берем наличие в данных действиях буллинга, в любом случае любой педагог должен в первую очередь предотвратить данный конфликт, то есть это разнять участников драки, абсолютно, то есть провести с ними в первую очередь профилактическую беседу и уже потом определять, в чем была истинная причина данного конфликта. Да, как вы сказали, не каждый конфликт, который происходит в школе, является буллингом. Основные характеристики буллинга – это не единоразовое действие со стороны между обучающихся. Пролонгированное. То есть, да. Угу. Зачастую буллинг – это длительные какие-либо действия, как я уже повторял, либо насильственного, либо иного психологического давления между сверстниками, ну, между одноклассниками. Психологическое давление порой гораздо страшнее и более жестокое, чем непосредственный вот такой вот драк. Так подрались, руками помахали, иногда и как-то все это истихает, кстати сказать. Хотя тоже ничего хорошего в этом нет, ни в коем случае не приветствую драки в школе. Может ли вмешаться в такую ситуацию родитель чей-то? Не обязательно участников конфликта. Я считаю, что единственное действие со стороны родителей возможно, если родитель является свидетелем драки. То есть он исключительно разнимает, но каких-либо действий... Не воспитывает. В том числе воспитательного характера со стороны либо родителя одной из сторон, либо совсем чужого, я считаю, что не имеет места быть, потому что работа с лицами, участвующими в этой, так скажем, в этих действиях, должна прорабатывать исключительно педагогами и психологами. Оказание первой помощи. Может быть, нос разбит, могут быть еще какие-то травмы, более тяжелые. Кто берет на себя инициативу? Ну, соответственно, мы сейчас говорим про буллинг в образовательных организациях. Соответственно, с требованием законодательства, полную ответственность за состояние, в том числе и здоровье детей, при нахождении в образовательной организации несет учителя и руководство данной образовательной организации. Соответственно, в случае произошедшего конфликта, последствием которого стали какие-либо увечья здоровья, ну, там, разбитый нос, иные какие-то повреждения, то, соответственно, школа должна незамедлительно принять меры к осмотру и принятию первичных мер для восстановления здоровья. Если нет взрослых рядом, нет учителя, нет никого из администрации, только дети. Дети должны оказывать первую помощь или они обязательно должны информировать взрослых, учителей, администрацию? Зачастую дети не способны самостоятельно оказать помощь. В любом случае, если такая ситуация произошла, со стороны несовершеннолетних нужно найти либо взрослого рядом находящегося, либо обратиться в администрацию школы.
А вообще, обязательно ли информировать о случившемся учителя, классного руководителя, директора школы? Я считаю, это обязательный порядок, а при совершении любой конфликтной ситуации. Ведь любая конфликтная ситуация может в дальнейшем перерасти уже в буллинг. И, соответственно, если со стороны школы не будут не приняты какие-либо меры с самого начала, это может перерасти уже в систематическое давление на того или иного учащегося. А вот кто-то из ребят пошел и сказал, а его потом впоследствии начинают булить за то, что он вроде бы как донес такой стукачок. Ну, к сожалению, действительно имеют место такие обстоятельства. Если ребята бы являются свидетелями того или иного буллинга и не готовы обращаться сразу к учителю, либо к директору школы, а есть возможность сообщить родителям, а уже родители, соответственно, с учетом своего опыта, корректно родителям корректно донести уже до педагогов школы. Про родителей еще с вами поговорим. Ну вот смотрите, инцидент случился. Какие меры должны быть приняты со стороны учителей школы? Ну, в любом случае нужно в первую очередь понять причину, истинную причину. То есть разбираться они должны с каждым конкретным случаем, да? Да, каждый конфликт разбирается в персональном, так скажем, видении, потому что зачастую, как уже повторял, это может быть разовый конфликт, ну, там, грубо говоря, что-то не поделили, а может быть, это уже систематически проходит. Соответственно, в первую очередь нужно понять причину конфликта. А в дальнейшем учителям необходимо будет разобрать длительность этого конфликта, периодичность, как долго он проходит, и, соответственно, уже оттуда планировать дальнейшие действия. То есть, еще раз говорю, каждый конфликт – это персональный. То есть, возможно, действие будет, там, грубо говоря, просто достаточно рассадить по разным партам участнику конфликта, а в иных случаях приходится даже и переводить из класса в класс. А в иных случаях из школы в школу? Ну, такие зачастую тоже имеет место быть. Вы говорили о популярности кибербуллинга, это понятно, потому что драка может случиться и в соцсетях, такая виртуальная драка, да? Как реагировать на такие публикации? Ну, со стороны школы скажу, что администрация школы постоянно обеспечивает мониторинг в силу своей возможности, то есть либо там классный руководитель зачастую подписывается на соцсети, если у несовершеннолетних они есть, то есть смотрят, каким образом ребенок именно живет в социальном пространстве. К сожалению, на этом, так скажем, возможность образовательной организации ограничены. Тут уже непосредственно должны принимать участие сами родители, то есть интересоваться в жизни несовершеннолетних, возможно, корректно контролировать соцсети с целью выявления вот таких фактов буллинга. Вы правильное слово сказали, корректно контролировать соцсети, потому что ведь вот особенно подростки, да, считают, что это их такая зона непроникновения посторонних, и если родители туда пытаются заглянуть, то это как-то оскорбляет, да, индивида юного. Как это сделать корректно? Ну, к сожалению, да, действительно, подростки считают личную страницу это личной, так скажем, комнатой, в которую никому нельзя входить. Но тоже не обеспечить полный контроль со стороны родителей тоже неправильно. Возможно, как-то ставить, я считаю, фильтры, либо без, так скажем, активных действий пытаться в рамках диалога интересоваться теми или иными событиями, происходящими в жизни несовершеннолетних. Я думаю, это основные, так скажем, действия, которые должны производиться. Интерес проявлять в том числе. Корректно, как вы правильно отметили. Разбор случая, о чем мы сейчас с вами говорим, предполагает установление множества фактов. Какие? На какие вы хотели бы обратить особое внимание? Мы сейчас говорим про со стороны родителей или со стороны образовательной организации? Со стороны администрации школы. Ну, основное это, еще раз говорю, первопричину данного конфликта. В чем это выразилось? Это социальное, например, неравенство, может быть, так и по такие случаи, либо это со стороны
слабости несовершеннолетнего, и человек, который непосредственно шпиняет за такую формулировку, извиняюсь, получает от этого, так скажем, удовольствие, радость за счет того, что он принижает этими действиями второго несовершеннолетнего. Смотрите, для выявления виновных, ответственных, защитников, пострадавших, да, кто прав, кто виноват, педагог, учитель, классный руководитель, вероятнее всего, этим занимается в первую очередь, да, должен опросить всех этих ребят, наверное, которые и пострадавшие, то есть стороны конфликта, да, и свидетелей. То есть он должен очень тщательно во всем этом разбираться. Такие следственные действия. Ну, педагог, школьный учитель в состоянии сам провести такую следственную работу? Мое мнение, что да. Почему? Потому что несовершеннолетние почти половину дня проводят в школе, непосредственно в глазах педагога. И со стороны педагога, я думаю, его прямая обязанность замечать какое-либо отклонение в поведении несовершеннолетних. То есть в любом случае педагог заметит сразу, если есть какие-либо не систематические действия. То есть начали кого-либо булить, либо произошел какой-то конфликт. В любом случае меняется в целом уже положение и поведение всего класса, ну и в том числе участников этих сторон. Даже не доводя до активных действий, я считаю, что педагог должен уже проводить, ну так скажем, беседу тет-а-тет с теми учениками, у которых изменилось поведение. И, возможно, как раз привлечь школьного психолога. В том числе, да. К этим беседам. На корню, так скажем, исключить распространение дальнейших действий. А в каких случаях возможно привлечение более узких специалистов все-таки к расследованию вот, конфликтной ситуации? В любом случае, если уже факт буллинга был совершен, когда уже со стороны школы отсутствуют какие-либо возможные влияния на на участника буллинга. Ну, это мы сейчас говорим про буллера, да. И не работает. Да. Проведена уже беседа с родителями, также не влияет никаким образом на поведение несовершеннолетних. Тогда уже подключаются органы системы профилактики. В частности, это отдел полиции, то есть отдел ПДН. И комиссии по делам несовершеннолетних. То есть образовательная организация вправе написать письмо и направить информацию для рассмотрения действий того или иного подростка на комиссии по делам несовершеннолетних, где уже коллегиально будет принято решение, в том числе о принятии профилактических мер в отношении несовершеннолетнего, а также возможности привлечения к административной ответственности родителя, который не проявляет не осуществляет надлежащую воспитательную функцию в отношении того или иного подростка. А внутри школы кто принимает решение по принятию каких-то адекватных и воспитательных, и дисциплинарных мер воздействия? Ну, в первую очередь, это любой план мероприятий утверждается руководством образовательной организации, соответственно, директора школы и, опять же, на основании заключения психолога либо рекомендации классного руководителя уже разрабатывается план и, соответственно, утверждается. А вот помощь пострадавшему от буллинга, как быстро и в какой форме должна проявляться? Я имею в виду не разбитый нос, а чисто психологическое. Я считаю, что это должно проявляться незамедлительно. Почему я начал говорить о том, что обязанность учителя на самых ранних стадиях выявлять какие-либо отклонения в поведении. Потому что если факт буллинга будет, так сказать, запущен уже, то, учитывая, что несовершеннолетние у нас психологически нестабильные люди, то это может повлечь причинение каких-либо уже более серьезных негативных последствий вплоть и... Суицид, вы говорили. Да, вплоть до и суицида. Да. Либо иных каких-либо действий, которые могут повлечь более тяжкие последствия. Ну вот даже, наверное, скажу из практики, была такая ситуация. Да, этот факт не являлся буллингом. Это был обычный межличностный конфликт между учениками одного класса, но ситуация была такого плана, что произошел конфликт,
Все разошлись. Учитель никаким образом не проявил интерес к данному конфликту. Ученики разошлись по домам. На следующий день один из учеников, то есть как раз участник данного конфликта, принес с собой травматический пистолет. Да, с обычными, то есть пластиковыми пульками. Но с целью напугать обидчика довольного конфликта. В итоге напугать не получилось, а получилось реально выстрелить в данного несовершеннолетнего. И, соответственно, был прострелено, ну, попал в ногу. Соответственно, у несовершеннолетнего были гематомы. При этом учитель никаким образом не обеспечил безопасное нахождение несовершеннолетних в рамках, ну, в образовательной организации. Да, мы, то есть была проведена проверка, учитель был привлечен к административной ответственности за необеспечение данной безопасности. Также данный несовершеннолетний был осмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних, поставлен на учет. Но я считаю, что вот такие моменты могли быть пресечены, если бы учитель вовремя подключился к данной проблеме и нашел выход из этого конфликта. Это вот как раз бездействие учителя привело к таким последствиям. О чем вы и говорите, что надо очень тщательно разбирать каждую конфликтную ситуацию и принимать меры незамедлительно, чтобы купировать вот такое продолжение. Да, потому что если мы сейчас говорим про обычную обиду, которая выразилась в игрушечном пистолете, и после тяжких, особо тяжких последствий не было. Но мы, как показывают СМИ, зачастую могут и наступить более тяжкие последствия. Да, увы. Мы говорили с вами о буллинге со стороны сверстников, да? То есть ученик ученика буллит, что называется. Но ведь бывает, я не буду называть это буллингом, но некорректное поведение учителя по отношению к тому или иному ученику. Не зря дети говорят, что вот этот любимчик, а вот этого там вот учитель, да, не любит. И как-то он его нелицеприятно о нем отзывается. Может быть, в присутствии других детей. Допускает по отношению к этому ребенку какие-то неприятные слова, обидные, да, дает какие-то негативные оценки его действиям. Как нужно относиться к такому поведению учителя? И сами дети как должны к этому относиться? И какие меры принимать, возможно? И родители этих детей? Нужно ли на это обращать внимание? Так, к сожалению, такие факты тоже имеют место быть. Условно, да, его можно тоже назвать буллингом, только со стороны уже педагогов. То есть зачастую они разовые, имеют такие действия, но они, к сожалению, имеют место быть. Бывает то, что педагог как-то предвзято относится к тому или иному ученику, либо наоборот, слишком мягко к одному конкретному, но более тяжко. Да, я как раз об этом и говорила. Родители иногда не вмешиваются, и дети тоже не жалуются, потому что боятся, наоборот, навредить своему ребенку. Дети боятся навредить и себе, и своему товарищу. Вот объясните коротко, что нужно все-таки в этой ситуации коротко делать? Коротко скажу, нужно слушать, наверное, своих детей, потому что кроме них никто об этих фактах не расскажет, потому что все это проходит в кабинетах, так скажем, за закрытыми дверьми. Зачастую даже руководство образовательной организации об этом может быть не в курсе. Соответственно, в первую очередь нужно, если вы видите, что ребенок приходит со школы в каком-либо измененном настроении, возможно, не хочет идти туда учиться, нужно в первую очередь начать с диалога, то есть чтобы он рассказал. Потом, если уже ребенок поясняет, что каким-либо образом учитель давит на него, да, не слыша его, либо наоборот... К директору нужно подойти и сказать, я и рассказать. Я думаю, это первоочередное. Мое мнение, я не вижу смысла общаться сразу с учителем. Нет, в любом случае нужно выслушать учителя о причинах. Конфликт возможен, не исключая такого, что ребенок мог просто надумать. Я вас услышала. Надумать. Нужно поставить администрацию школы обязательно, не бояться, это ни в коем случае не навредит ребенку. А если навредит, всегда есть органы прокуратуры, куда можно прийти и пожаловаться на такого нерадивого учителя. Наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу так быстро. Вот, Сергей Юрьевич, я благодарю вас за разъяснение. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора железнодорожного района города Самары Сергей Анакин. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких.